Также в начале апреля, но в далеком 2013-м, я купил данный велосипед. И на сегодня я открываю уже 8-й велосезон. Велосипед — это практично, хотя и всего 3 месяца в году. Надежно. На 8-й год эксплуатации я седло уездил просто в хлам и теперь ставлю новое с Алика, купленное за копейки. И, наверное, самый все-таки дорогой ремонт пришелся на прошлый год. Это замена трещотки с цепью. Видео об этом в правом верхнем углу я прикрепил, обязательно посмотрите. Так что в целом, думаю, неплохо. Часть людей были против, но были и желающие, чтобы Павлодар закрыли на карантин, и это случилось. Сегодня второй день, 2 апреля, как Павлодар закрыли на карантин. Это уже идет третья неделя режима ЧС в Казахстане. За первые две недели в Казахстане закрыли на карантин порядка 5-7 городов, и только на третью неделю закрыли Павлодар. А это значит, что еще в ближайшие две недели до 14 где-то 16 числа апреля месяца Павлодар будет закрыт на карантине. Ровно до этого числа у нас вводили режим ЧС в Казахстане. Неизвестно, его продлят или нет, но тем не менее сейчас в Павлодаре такая обстановка, то что из ближайших городов, из городов-спутников, из мелких там населенных пунктов уже приехать не могут. У нас в режиме карантина, когда город закрывает на карантин, ограничено передвижение людей. Не впускают в город и не выпускают. Соответственно, из Экбастуза, из Аксу, из ближайших городов тоже движения такого уже нету. Людей не впускают. Также помимо ограничения пассажирских перевозок, неважно там на автобусах, на такси, на личных автомобилях, в городе после 22 часов нельзя появляться на улице, за исключением только если ты идешь в аптеку, либо в магазин. Но я не видел такие магазины, в которые можно ходить после 22.00, я такого не придерживаюсь. Единственное, наверное, то, что спасает, это супермаркеты, да, которые работают еще часов, наверное, до 11. Туда можно попасть, но сейчас уже такая ситуация, то что, во-первых, люди все на улице, начинают все больше и больше людей, которые ходят в масках, а еще на всех магазинах, на всех супермаркетах на входе висит надпись, то что вход строго только в масках, а те, кто занимаются в работе, контактируют с людьми, если твоя рабочая деятельность связана с контактом с людьми, ты обязан носить не только маску, но еще и резиновые перчатки. Как я уже показывал недавно в Инстаграме, если еще не подписан, то обязательно подпишитесь. Кондукторы в трамваях, они все носят маски, они работают в перчатках. Также вообще, по идее, должно быть средство дезинфицирующее, но в трамвае я такого не заметил. А вот в магазинах, на входе, на некоторых магазинах я видел, прям с двери висит флакончик, где ты можешь нажать на него и, собственно, продезинфицировать руки. Это так. Это вынужденные меры. Четко видно, как горит сейчас пойма Иртыша. Прям ночью конкретно воняло. Сейчас ветер все равно в эту сторону идет. Город все. Ванизма стоит. Горит.
сухая трава, пойма. Кроме того, в режиме карантина у нас, ветром, наверное, сильно задувает, в режиме карантина хотят ограничить количество людей в общественном месте. Я не знаю, каким образом будут то ли людей разгонять, то ли просто не допускать того, чтобы люди собирались массово. При этом, когда ввели только режим ЧС, а это была середина марта, запретили все вот эти торжественные мероприятия, проводить там свадьбы, особенно как у нас любят в Казахстане, там на 200-300 человек. Вообще вот все массовые скопления людей были по максимуму запрещены, вплоть до того, что многие свадьбы, кто проводили, кто давал арендатор, да, помещение, на них накладывали огромные штрафы за то, что они впустили на свой участок, так скажем, да, в свое помещение огромное количество людей в режиме ЧС, когда идет сейчас, тем более сейчас многие уже города, повторюсь, закрывают на карантин. Что касаемо ситуации с масками, еще в январе месяце в поликлинике я покупал маски по 10 тенге. Потом их какое-то время не стало, буквально там 2-3 дня, завезли новые, они такие более блатные, типа считаются черные, ну и они поплотнее идут, они уже стоили по 20 тенге. Но спустя буквально, наверное, 3 дня маски просто все массово исчезли из всех аптек, из поликлиник, маски просто было не найти. На сегодняшний день ситуация такая, то что маски на самом деле найти можно, но стоят они каких-то космических денег. Цены начинались от 110 тенге за маску, при этом продавали не больше 5 в одно лицо. И сейчас в среднем цена бывает до 170 тенге за маску доходит. Это просто нереально, цены на маски настолько сильно взлетели. Что касаемо, вообще как не особо были все готовы к этому режиму ЧС и карантину, потому что никто ничего не регулирует, полный идет тот. Сказали, будут регулировать стоимость масок. Неужели стоимость маски регулируется в цене 150-170 тенге? Да быть такого не может. Если в нормальных условиях она продавалась по 10 тенге, почему сейчас считается норма это 150? Я такого не пойму. Кроме того, также хотелось бы сказать про работу. Когда ввели режим ЧС, многих работников и организации обязали сократить рабочий график. Многие начали даже вплоть до того, что сокращать своих работников и либо отправлять в неоплачиваемый отпуск. Но так как большинство, ну не большинство, есть процент такой людей, которые самозанятые, либо с небольшим таким бизнесом, но это я по факту бы называл просто самозанятые. Ту же самую недавно распечатка фотографий, набор текста, печать на кружках. Просто вот в один магазин зашел, отдел был закрыт. Они перешли в онлайн работу, они через интернет принимают заказы, распечатывают, потом только в определенные часы начинают выдавать товар. Так вот, один такой бутик, отдел закрылся, зашел в соседний магазин, там все это отлично работает. То есть тоже нет такого, то что повально вдруг все перестали работать и ничего не работает, ничего нельзя сделать, да, в городе. Нет, все нормально, да, часть людей перестала работать в реальном времени, то есть, ну вот когда ты приходишь, перешли на работу в интернете, но, повторюсь, не все, часть конкурентов, они остались на рынке, они также продолжают работать, то есть нет такой какой-то паники, паники в городе вообще никакой нету, даже вот здесь вот на набережной, я вчера ехал, на набережной патрулировала машинка такая полицейская с мигалочками, и по громкой связи они рассказывали про меры предостережения от коронавируса, то, что там мойте руки, меньше находитесь в общественных местах после 22:00. Желательно все-таки не выходить на улицу, только в крайних случаях в аптеку, либо за продуктами. И все, среди населения тоже не наблюдается никакой паники, той паники, которую там показывают зачастую даже в интернете, как люди оголделые какие-то сметаются в магазинах. Но отсиживаются дома, да, это правильно, как бы самоизоляция это нормальная тема, чтобы мало ли там
у тебя может инкубационный период, ты не знаешь, что ты болен, и чтобы не заражать других, лучше сидеться дома, переболеть. И у меня есть материал по коронавирусу. И это не то, что там какое-то видение со стороны. У меня есть хороший материал, так скажем, от первого лица, с первых уст. О нем это видео выйдет чуть позже. Там я все вам подробненько расскажу и опишу. Как бы, конечно, не была уже банальна эта тема про коронавирус, но мне есть что сказать. И действительно, что зря многие наводят такую шумиху и панику по этому поводу. Кроме того, основную волну они уже давно прозевали, по крайней мере, по Казахстану. Даже я уже встречал такие статьи, то что многие пишут, то что коронавирус в Казахстане на самом деле прошел раньше, чем вообще его закрыли. Ну, конечно, у нас Казахстан граничит с Китаем, но почему-то Казахстан один из чуть ли не последних стран, который нашел у себя людей, больных коронавирусом. Это не значит то, что у нас такая защищенность какая-то. Это значит, что говорит о том, то, что у нас просто не умеют этот коронавирус определять. У нас его не искали, у нас его не хотели искать и определять. Вот в чем причина. Причина в медицине. Тем более страна, граничащая с Китаем, она никак не может там получить такую же заразу, да? Одна из последних стран в мире. Но это же бред полнейший. По неофициальным данным, карантин в городе закончится спустя 14 дней с момента выявления последнего человека, который будет заражен коронавирусом. То есть, если на протяжении 12 дней не было выявлено новых заболевших, а на 13 день вдруг выявили официально то, что у человека есть коронавирус, нашли вот такого пациента, то отсчет карантина начинается заново, и впереди будут нас ждать еще 14 дней карантина. Ну и, конечно же, пара слов все-таки про открытие сезона, потому что пару дней стояла просто чудесная погода, солнечно, плюс 15, никакого ветра. Я уже подумал, что да, это оно самое, можно выкатывать. В один день не удалось буквально немножечко прокатиться. Я отвозил один заказ, и это было не через весь город. Так, рядом, можно сказать, чуть ли не соседний дом. Я думаю, ну все, завтра я отлично катну. Я запишу видео про открытие сезона, по отличной погоде, солнечный день. Не мешает никакой ветер, как вдруг сегодня, возвращаясь на велике. Я уже начал записывать. Погода просто нечто. Поднялся сильный ветер. Такой ветер бывает. Вот я сейчас вам... Льда нет на Иртыше. Иртыш пустой. Но такой ветер на самом деле начинается, когда идет лед. У нас всегда так, ежегодно, я уже знаю это. Начинаешь катать недельку ты шикарно откатываешь. Просто по теплу, по солнцу, без какого-либо ветра. Как потом, ты уходишь где-то на 2 недели в затишье, потому что поднимается сильный ветер и на ЭТШ начинается ледоход. Именно когда идет лед, катать на велике просто нереально. Ветер такой сумасшедшей силы, он холоднючий, тебя просто насквозь продувает, в какой бы ты куртке ни был, просто нереально становится кататься. И за счет вот этого огромной силы ветра ты просто не можешь маслать педали, на какой бы там, даже вплоть до того, что ты переходишь на первую передачу и еле-еле начинаешь маслать против ветра. Это очень сложно, это очень неудобно. Никакого кайфа от такой велоезды я не испытываю. Такое сразу разочарование, потому что поднялся ветер, очень сложно сейчас ехать, особенно вот по Иртышу, вдоль Иртыша, по дороге. Очень сложно. Тебя просто сдувает. Ты, ноги у тебя настолько напряжены. У меня уже, я проехал полпути, у меня ноги просто уже забились. Реально, мышцы на ногах забились. Ты не можешь крутить педали. Я сейчас еду на 3-й передаче, и это дается мне с трудом. При этом я не вижу льда, который бы мог идти по Иртышу. Ну, которое я бы на самом деле связал, да, из-за чего такой сильный ветер. Потому что был бы ледоход. Но я не вижу этого ледохода. Так что, друзья, вот такое вот открытие в 2020 году, открытие сезона. Кроме того, тут еще гуляет коронавирус, город закрыт на карантин, но катать мне это не мешает. Я надеюсь, что погодка сейчас улучшится. Ледохода раз нет, погода должна немного улучшиться.
и можно будет продолжать активно катать. И если вы еще не присоединились к нашему такому велодвижению, то обязательно присоединяйтесь. Это интересно, это многие считают то, что даже прям полезно. Но полезно это только если ты прям реально какие-то там дистанции выкатываешь, скорости держишь. А когда ты валежно катаешься по городу, это просто наслаждение для себя. Ну и во-вторых, по причине того же самого карантина неохота находиться в душном автобусе, где все сидят в масках, знаешь, такая напряженная атмосфера. В панике, как я сказал раньше, в городе нет, но вот эта напряженная атмосфера, то, что ты заходишь в автобус, и все абсолютно поголовно сидят в масках, некоторые даже в перчатках, кондуктора сидят по-любому в перчатках, тебя просто это немного напрягает. А тут ты катишь на велике через город, тебе спокойно, ты один, на свежем воздухе, и все шикарно. Подписывайтесь, друзья, на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки. Оставляйте обязательно свои комментарии под этим видео. Я с вами обязательно общаюсь, каждому отвечаю. Ставлю лайки. И до встречи уже в следующем видео. Пока!